Всем привет, друзья! Две недели у нас лили дожди, не переставая, не вылазило солнце. Я уже соскучился по станту. Наконец-таки вышло солнце. Смотрите, какая прекрасная погода сегодня. Я наконец-таки выезжаю кататься. Но сегодня я буду кататься не один. Впервые на моем канале появятся мои друзья по станту. Буквально через 5 минут они подъедут. Мы с ними познакомимся и поедем кататься. Кто это у нас там едет? Вот и первый стантер. Здорово. Здорово. Это Санечек. Сегодня мы будем с ним кататься. Ага. Сейчас подождем еще одного. И я хочу показать вам велосипед. Сейчас Санечек немножко расскажет про него. Педали новые пришли. Посмотрите педали. Какие топовые он заказал. 2 рубля, да, по-моему, они стоят? Да, 2 рубля. Блядь, пол велосипеда цена педалей. Но они очень крутые, такие прочные, на 3 подшипниках промышленных. Короче, никогда не захрустят, не заскрипят, всегда будут плавно работать. Сейчас еще идут грипсы, руль карбоновый 740. Еще сидушка идет, вынос короткий идет. Резиновые штучки сюда идут, чтобы не скользили. Ну, в принципе, все. А про резину ты сказал? Тоже слики. На сликах, как и у меня. Мы тут уже все на таких гоняем. Это охеренная резина для асфальта. Ну, посмотрите, какая дорога у нас. Вот. Только на такой резине гонять. Вот он подъезжает, второй стантер. Наш красавчик. Здорово. Здорово. Зовут Влад, да? Да. Что у тебя случилось там с велосипедом? Масло вытекло, да, говоришь? А, да-да-да, вон, еще видишь, вытекает. Бля, какие-то траблы у него. Тут масло начало течь что-то. Короче, вкачал сюда 3,5. Mm. Нормально, кстати. Сильно таких изменений прям нет. Камеру поменял, да? Да. Блядь, накачал так. Ну, нормальное давление, 3,5. Да. Хорошее. Быстрее, быстрее. По тропинке валим. А. В качалку пойдем, пойдем попозже, через месяц где-то. Может, после Нового года. Бля, прикольная херня. Я год назад так не умел ездить. Да, блядь. А я проезжал раньше, ты меня что-то смутил. Я сколько там пытаюсь проехать, я его никак не могу. Там аккуратненько надо двигаться. Нихуя, блядь! Блядь, 28 штук, ёбан. Какой YouTube канал? Рукан! У тебя телефон есть? Я Инстаграм могу сказать. А, это вот. Я могу инсту свою дать? Есть телефон?
Инстаграм есть? Нет, интернета нет. А интернета нет. Ну блин, как вам сказать тогда? А записать можете? Да. Давай запиши. Запиши. Я забыл, как ух, ебать, чуть не навернулся. Без рук. Рулю ногами. Ножку перекидываешь и едешь на растопку. Сзади машина. Да. Так хули тут 10 минут. Продувает уже. Да он привез, он говорит, красавы, пацаны. Ебать! Что-то на картошку не заехал.
Оп! Вообще изи, да? Я удержался. Прям бугла даем, да и все. Ага. А ну это, Санек, прикольнись, покрути колесо. Покрути колесо. О, да ты в другую сторону зачем? Ну, ты так пальцы можешь ставить. Да так, чуть покрутил бы, да и все. Это был небольшой отрывок с нашей сегодняшней покатушки совместной. Если ребята тебе понравились и ты бы хотел, чтобы они появлялись на моем канале чаще, поставь лайк, напиши комментарий. А с вами увидимся через неделю.